«Час Земли» – самая массовая акция в истории человечества. Традиционно в определенное время миллионы людей по всему миру гасят свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч известных зданий и достопримечательностей отключают свою подсветку в знак неравнодушия к будущему планеты. В этом году свет погаснет 27 марта в 20:30 по местному времени. В России акцию проводит Всемирный фонд дикой природы в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Главная тема «Часа Земли» в этом году, в 2021, это открытость экологической информации. Дело в том, что именно экологическая информация и ее открытость играет большое значение для сохранения природы. Мы не раз сталкиваемся с тем, что позднее сообщение о каких-то инцидентах, о каких-то авариях, например, специально уполномоченные органы, приводит к тому, что последствия очень сложно предотвратить. Для тех, кто хочет узнать о теме акции подробнее, специалисты фонда дикой природы подготовили тест. Пройти его может каждый на сайте проекта. Цель акции «Час Земли» – привлечь внимание людей к природе планеты и к ресурсам, которые истощаются. Очень люблю, чтобы было включено много источников света дома, хотя знаю, что это не экологично. Иногда, когда у меня плохое самочувствие или настроение, вместо того, чтобы принять душ, я принимаю ванну. Хотя знаю, что так расходуется гораздо больше воды. Я не разбираюсь в эко-маркировках, хотя считаю себя экологически ответственным человеком. Стоит отметить, что добровольное отключение света на час носит символический характер и не направлено на экономию электричества. У нас есть час Земли, чтобы подумать о том, как мы относимся к ресурсам планеты, подумать о своих привычках собственных, насколько они экологичны, и 365 дней, целый год, для того, чтобы действовать. Жителям Владивостока, чтобы присоединиться к самому крупному флешмобу, достаточно просто отключить свет и технику, питающуюся от электричества, на час 27 марта в 20:30. В это время в городе погаснет подсветка по 126 адресам. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на восьмом.